Автомобильная дорога Шукюрбайли-Джабраил-Гадрут начинается с участка, проходящей через село Шукюрбайли Джабраильского района трассы Хаджигабул-Минджеван-Зангезурский коридор и протянется до поселка Гадрут-Ходжавенского района. Общая протяженность четырехполосной дороги 40 километров. На первых 11 километрах трассы уже завершены земляные работы и установка искусственных сооружений. На первых 3 километрах данного участка построено новое дорожное полотно, осуществлены работы по профилированию дороги, возведено основание дороги и уложено выровненное асфальтобетонное покрытие. Сейчас идет укладка нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. На 3-м и 5-м километрах дороги продолжаются работы по расширению, другие строительные работы в соответствии с технологической последовательностью. Для обеспечения отвода воды вдоль дороги строятся 38 круглых труб и 7 прямоугольных водных переходов, а также подземные переходы в 11 местах для снижения негативного воздействия строящейся дороги на окружающую среду, в том числе на фауну. Уже завершено строительство 12 круглых труб и 5 подземных переходов. В целом дорога расширяется и профилируется. Ведется строительство земляного полотна шириной 21,5 метра по первой технической категории. На готовых участках земляного полотна ведется строительство дорожного основания и выравнивающая укладка асфальтобетонного покрытия. Продолжается строительство 6 автомобильных мостов на трассе Шукюрбайли-Джабраил-Гадрут. Один из мостов спроектирован на пересечении коридора Хаджигабул-Минджеван-Зангезурский коридор с магистральной автодорогой. Тем самым будет обеспечен легкий доступ от вышеназванной автотрассы к магистральной дороге. Садагат Сулейман, Джамиля Мамедова, новости.